Доброго времени суток YouTube, уважаемая психологическая комьюнити, уважаемые видеослушатели моего канала. И я анонсирую очередной стрим. Анонс стрима. 16.05.2021 года я планирую провести вместе с вами один час за компьютером. И я готов буду отвечать на любые вопросы, посвященные медицинской психологии, промышленной психофизиологии, методологии, целям, задачам этих двух наук, разных, в общем-то, наук. Если угодно, можно поговорить о психиатрии, психотерапии, каких-то социальных проблемах, ну и так далее, собственно. В воскресенье вечер. Давайте еще раз проверю, правильно ли я выбрал время. Значит, 15-го. Да, нет, стоп. 15-го в субботу завтра получается. Да, давайте на завтра назначим стрим. Прямо на ваших глазах. Или 16 воскресенья лучше. Ну, можете отписаться под этим видео, как вам больше нравится. Можно все еще переиграть. Время у нас есть. Давайте я так сделаю. Прямо на ваших глазах переобуюсь. Циферку 6 поменяю на циферку 5. Суббота вечер. Субботний вечер. Время по Москве Соответственно, это будет, значит, у нас будет 23 часа, а в Москве по московскому времени, по уральскому будет 23 часа, по Москве это будет 21 час, 9 часов вечера. На этом, собственно, все. Заходите, задавайте свои вопросы. Отвечу на все, на что смогу. Спасибо большое за внимание и удачи вам.